Переходим к новостям культуры. Вместе со съемочной группой телеканала ТВН в Санкт-Петербурге Анна Коваленко посетила событие, приуроченное к 15-летию книжной сети «Буквоед», где в торжественной обстановке регулярно будут проходить встречи с известными людьми. И первым гостем стала Екатерина Рождественская. Подробности вам расскажет Анна Коваленко. Передаю ей слово. Сеть книжных магазинов «Буквоед» празднует свой юбилей. Уже 15 лет подряд команда профессионалов радует книгоманов и любителей хорошей литературы интересными новинками и встречами с любимыми писателями. Съемочная группа телеканала ТБН «Россия» сейчас находится в Санкт-Петербурге в одном из магазинов книжной сети «Буквоед», который отмечает свой юбилей 15 лет. Подарком для читателей стала презентация книги Екатерины Рождественской «Жили-были, ели-пили. Семейные истории». Эта книга первая из написанных Екатериной Рождественской, дочерью известного поэта-шестидесятника Роберта Рождественского. Фотохудожник по профессии и по призванию, она признается, что этот опыт дался ей на удивление легко. И в дальнейшем читатели еще не раз увидят ее работы. «Жили-были» – это книга воспоминания. Воспоминания об отце, о семье, о близких людях и теплых встречах. Автор очень умело вплетает в свои истории и стихи меню дней рождения и старинные бабушкины рецепты. Детские воспоминания и выдержки из родительских писем, а также раритетные фотографии еще той эпохи. По словам Екатерины Рождественской, основа основ – это семья, ценность и важность которой с годами ощущаешь лишь сильнее. И каждому из нас важно помнить свои истоки. Наша съемочная группа пообщалась с автором и получила эксклюзивный комментарий. Была такая исследовательская работа, получила огромное удовольствие. Книжку написала своим трем сыновьям, чтобы они знали о своих истоках, какого они роду племени. В общем, это им, но и всем остальным. Потому что там очень много рецептов семейных, простых, проверенных, не списанных из интернета, а таких вот домашних, человеческих. Так что я думаю, что это хорошее подспорье такое. И очень все просто. И параллельно рассказы о том, кто к нам приходил, что делал, как себя вел. В общем, рассказ о жизни через кухню, вот скажем так. То есть все равно все крутится вокруг семьи. Даже люди получают Нобелевскую премию, делают какие-то потрясающие открытия, чтобы дома их оценили. Анна Коваленко, Максим Стриженков. Специально для телеканала ТБН.